Итак, привет, друзья! С вами вновь я, Виталий. Сегодня запишу коротенький видеоролик по теме визуализации, потому что эта тема такая интересная. И как бы такое представление она дает о том, что мы можем достичь цели с помощью визуализации. То есть один из инструментов достижения успеха при постановке целей – это визуализация. То есть я увидел, что да, этот инструмент работает, мы ее видим в реальной жизни, что все предметы, все окружающее нас, мир, который создан людьми, он создан с помощью визуализации. То есть мы строим дома, мы производим автомобили, мы записываем видеоролики и так далее. Мы предметно создаем визуальный ряд предварительно. На чертежах, в предметах, каких-то макетах и так далее. Все время создаем визуализацию. И точно такую же визуализацию мы можем создать в собственном подсознании, как говорится. Для этого существуют определенные критерии визуализации, и мы им можем следовать. Эти критерии разработаны и увидены людьми уже давно. Нет здесь ничего такого сложного. Находиться в расслабленном состоянии, ясно представлять себе свою цель, создать какой-то образ, этот образ транслировать в свое подсознание, делать это достаточно часто так, и быть в эмоциональной связи с этой целью. Этот пункт меня, самый большой такой пункт, сложный для меня. Как для мужчины, то есть понять, как эмоционально связать себя со своей целью. Я не мог лично найти, потому что я целый день нахожусь в каких-то деятельности, какие-то операционные вопросы решаю, и мое сознание постоянно загружено повседневными заботами. Да? Как эмоционально поддерживать связь с предметом, с целью? Как мотивировать здесь себя, вот этот самый достаточно сложный пункт. И я здесь нашел такое решение. То есть я открываю, допустим, свою мотивацию какую-то, и в этой мотивации ищу эмоциональную составляющую. И вот эту эмоциональную составляющую выводим на первый план. К примеру, мы берем такие простые примеры, то есть покупка автомобиля. Мы ставим перед собой цель купить автомобиль марки BMW. Почему бы нет, да? И ищем, какую мотивацию мы себе закладываем, когда говорим о приобретении такого автомобиля. Такой автомобиль дает нам что? Определенный статус, он дает нам чувство уверенности. И мы попадаем в какую-то среду, сообщество автолюбителей BMW. Да? Наши друзья, возможно, также имеют автомобиль BMW. Мы с ними вместе на равных разговариваем. Они воспринимают меня как равного им, как своего и так далее. Но это все не относится к эмоциям, это больше относится к каким-то чувствам, чувству уверенности, чувству самодостаточности и так далее. Но мне-то нужна эмоция, которая для мужчины достаточно сложная вещь, испытывать эмоции в настоящий момент. Это относится больше к женщинам. Для девчат, для них эмоции – это постоянное состояние. А эмоция для меня, мотивирующая меня к этому, может быть, как с BMW связано, с машиной. Опять же, мы возвращаемся к девчатам, к женщинам, к девушкам. Я могу представить, что с помощью машины BMW у меня будут состояться более легкие знакомства, девушки будут на меня больше обращать внимание и так далее. Тогда я могу реально привязать к этому автомобилю свое какое-то эмоциональное состояние, находясь в общении с девчатами. То есть вот это эмоциональная составляющая моей мотивации. И я ее поднимаю вверх и связываю свои эмоции с этим автомобилем. То есть я получаю этот автомобиль, вследствие чего у меня получается хорошее, интересное знакомство с представительством противоположного пола. И в результате моя визуализация начинает более эффективно работать. Я начинаю теперь уже не думать о мотивации просто мыслями, а к этим мыслям привязываю эмоции. Эмоции, наполненные каким-то вот эмоциональным фоном, такой связью. То есть, и я начинаю уже представлять более ясно, более четко эту картину. Автомобиль, девушки, эмоции, мне хорошо, мне нравятся красивые девушки, я им нравлюсь и так далее. То есть это эмоциональное состояние времени. То есть получается, что в конкретный промежуток времени, когда-то, уже не в будущем это происходит, а оно притянуто прямо сейчас ко мне. То есть я в настоящий момент
Чувствую себя эмоционально поднятым таким. Хорошо мне, понимаете, у меня машина BMW будет, елки-палки. И девчата у меня будут все самые красивые, самые лучшие и так далее. То есть наша задача, даже при том, что мы ясно представляем себе образ какой-то цели, представляем, мы съездили в автосалон, посмотрели машину, взяли на тест-драйв ее, проехали по городу, приехали в конкретное место какое-то, ну, Москва-река, допустим, да, приехали на набережную, постояли там, пофотографировались там возле этой машины. Эти фотки разместили в Инстаграме, положили себе на рабочий стол фотографию с этой машиной и так далее. Я полностью визуализировал эту цель, но эмоциональная связь с этой целью может быть только если представляю какое-то мероприятие, скажем так. То есть слово «мероприятие» очень важное, оно много себе внесет такой эмоциональной нагрузки, и таким мероприятием может быть знакомство с красивой девушкой, которую вы приглашаете затем. Ну, в ресторан приглашаете, знакомитесь с ней и так далее. У вас какие-то отношения развиваются. И вот в этот ряд эмоциональный мы его подтягиваем к себе цели-то. Она прямо ближе становится к вам. Вам она ощущается ясно. Она уже материализуется прямо внутри вас. Вы можете все это сложить очень в четкий такой образ, образ такой визуализации цели. И тогда ваше подсознание, принимая уже вашу визуализацию, ясно, четко, конкретно резкий такой образ в подсознании образуется. Благодаря этому наше подсознание начинает выводить в наше сознание определенные пути решения достижения этой цели, определенные возможности показывает нам. И мы, соответственно, стараемся не упустить эти возможности, и думая об эмоциональной составляющей нашей цели. Мы регулярно это производим. Да, мы можем, безусловно, там с утра уделить полчаса там, или вечером. Вечер, безусловно, хорошее время, потому что вечер – время эмоций. Именно самая эмоциональная часть нашей жизни во многом закладывается в вечернее время. Поэтому в вечернее время мы можем заняться визуализацией, потому что наши эмоции – эмоциональная часть мозга такая, скажем, она расслабляется, и тебе хочется отдохнуть после работы трудового дня, после всей, как говорится, операционной части нашего сознания отдыхает с помощью эмоций. И вот эти эмоции мы начинаем думать об нашей цели, думая о том, что у нас будет свидание с девушкой, красивой девушкой, красивой и так далее, так далее, так далее. То есть мы здесь привязываем вот этот ряд. То есть не просто там я нарисовал машинку там, или сходил в машинку, посмотрел, сфотографировался. Я съездил на ней в тест-драйв, приехал в определенное место, там пофотографировался, представил себе, может быть, взял с собой девушку какую-то, да, там с ней пофотографировался, представил, и ей рассказал о том, что у меня будет такая-то машина, вот поехали с тобой на тест-драйв, съездим по городу, прокатимся, пофоткаемся, попозируем там это, и представим себе, что у нас этот автомобиль уже есть. Соответственно, эта визуализация будет иметь более высокий процент эффективности для достижения этой цели. Итак, друзья, спасибо вам за внимание. Спасибо вот этому сотому подписчику, который подписался на мой канал. И благодаря этому сотому подписчику я записываю этот видеоролик. Поэтому спасибо всем вам, кто подписывается, смотрит мой канал. С вами был я, Виталий. До встречи в следующих видеороликах. Пока-пока.